Сохранив основные положения существующей системы, новый регламент, вступивший в законную силу с 15 октября текущего года, предусматривает ряд иных принципиальных подходов к совершенствованию исполнения государственной услуги. В частности, по новому регламенту убрали такое реституционное действие, как снятие с учета. Данная операция применима только для убытия за пределы Российской Федерации или для утилизации транспортных средств. Все остальные действия – это изменение реституционных данных. Физические и юридические лица могут проводить реституционные действия в любом реституционном подразделении ГИБДД, в любом субъекте Российской Федерации, вне зависимости от их регистрации. С учетом всех новаций, внесенных в регламент, время исполнения реституционных действий сокращено с 3 до 1 часа. Одновременно новая редакция административного регламента определяет порядок изготовления государственных реституционных знаков взамен утраченных. Теперь предусмотрена возможность получения их дубликатов на предприятиях-изготовителях.